Привет всем, на связи Soul Mantra, Kratos и Тюр на стыке миров. Моя озвучка. Что здесь произошло? Суртур пожертвовал собой согласно Рагнарёку. Возможно, он хотел после этого обрести мир. Мне всегда было жаль его и Синмару. Она еще жива, если ты хочешь с ней поговорить. Я был в Нифельхейме недолго. Из мира исходит скорбь. Я думаю, она скорбит. И скорбит долгое время. Да, очень красивое место, кстати. Прекрасно. Медитировать тут одно удовольствие.